Единственную дорогу к дачному поселку около Дивногорска хотят разрушить. ГИБДД выписала соответствующее предписание владельцам федеральной трассы. Почти 200 семей в прямом смысле оказались заложниками положения. Законно ли действия дорожных служб и как теперь быть дачником, знает Юлия Чупрова. Я на свою собственность не могу попасть. Ну где? Разве это власть? Это в России только возможно это. Мне, что я бич, что ли? Николай Харитонов готов защищать дорогу к даче любой ценой. Прикипел к месту. Получил землю больше 20 лет назад. Каждый куст на своем участке сажал собственными руками. Дома я не могу находиться. Вот буквально если день останусь, то кажется, что я уже изменил. Последние 4 года жизнь пенсионера и еще 200 членов садового общества «Судоподъемник» осложняют дорожные службы. Как по расписанию, в разгар дачного сезона они засыпают единственный проезд к их участкам. Дачники жалуются, дорогу делали на свои средства еще в 97 году, а теперь все теряют. По-другому к участкам не проехать. Полицейские признали съезд с федеральной дороги незаконным. По словам дачников, землю им выделила администрация. Люди обращались во все инстанции, в том числе и городским властям. Бесполезно. Вот это, наверное, у нас единственное. Только надо выбрать, кто сядет сюда на эту дорогу и помрет здесь. По словам дачников, без съезда ни скорая, ни пожарная машина проехать не смогут. Согласно предписанию, все незаконные съезды с федеральной трассы должны быть ликвидированы в ближайшее время. Но дорожные службы выполняют свою работу достаточно избирательно. С одной стороны дороги съезды засыпаются землей, с другой стороны съезды никто не трогает. Депутаты Заксобрания говорят, дачники не защищены законодательно. Это не первый, не скандал, но проблема такая, сталкивание местных жителей с Байкал-управдором. И это еще раз подтверждает сегодня необходимость в Красноярском крае введения четкого реестра садовых обществ, формирование перечня проблем, которые сегодня у них существуют, и оказание содействия путем формирования государственной программы. В краевом управлении автодорог объясняют, чтобы съезд оставили в покое, на него нужно получить разрешение. Перекапываются дороги только в том случае, если они не согласованы, если они считаются незаконны. Для того, чтобы дачники смогли пользоваться дорогой, примыканием к какой-то дороге, они должны это примыкание узаконить. Если дачники не решат вопрос в кратчайшее время, останутся без дороги. Получить разрешение – процесс не только долгий, но и затратный. Дорога по правилам должна соответствовать всем стандартам федеральной трассы – с покрытием, знаками, бордюрами. А значит, стоить она будет сотни тысяч. Юлия Чупрова, Владимир Фетисов, 7 канал.